Здравствуйте, друзья! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Отправляемся прямиком в самое сердце Каталонии, где все готово к началу матча между Барселоной и мадридским Атлетико. Да, невероятный ажиотаж перед этой игрой. Красно-белые полосатые футболки мелькают тут и там по всей Барселоне. Чего же нам все-таки ждать от самого матча, Георгий? Я все-таки думаю, что Барса фаворит сегодня. Здесь и магия домашнего стадиона, где каталонцы отдают победу крайне неохотно. Ну и общее впечатление от готовности команды. И смотрим на... Месси начинает атаку разрезающим пасом. Луис Суарес. Это по воробьям. Хороший шанс узнать, что может Барселона предложить оппоненту. Ну что, у нас впереди новый сезон, и эта команда, похоже, твердо решила получить чемпионский титул по его итогам. Ну а значит, она должна основательно подготовиться и продемонстрировать хорошую игру. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это может быть опасно. Вот эта передача от Гризмана пошла. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мяч перешел к другой команде. Антуан Гризман. Сыграно-то точно, а вот стоило. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Лионель Месси. Ракитич. Луис Суарес. Когда встречаются соперники такого уровня, дух захватывает не только у болельщиков, но и даже у судей. Не знаю, как ты, Георгий, но я надеюсь увидеть результативную и яркую игру обеих команд. Дембеле. Бускетс. Жорди Альба. Есть удар! Управляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Диего Година встречают, не дают... Свисток арбитра и стандарт исполнят соперники Барса. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Луис Суарес ведет за собой команду в атаку. Лионель Месси! Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Аутиньо! Перекладина! Коке. Габриэль Аренас. Накрывают его прессингом. Очень активно в прессинге соперники сыграли и смогли себе вернуть мяч. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и дает Атлетико завершить атаку. Будет отложенный штраф. Это может быть опасно. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Месси. Пол команды обыграл. Ничего себе. Дача. И где-то там есть Месси. Выбит мяч из штрафной. Иван Ракитич. Ракитич! Нет, такими ударами его не пробить. Луис Суарес. Да, это был удар на удачу. Месси! Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивления со стороны соперника. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. После этого гола Барселона впереди, и команда начинает стрелять. Это нарушение, а у него уже есть желтое. Защита первая на мяче, вынос. Месси. Коутиньо. Альба Рамос. Каталонцы переходят в атаку. Жорди Альба, подача. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Гризман.
Атлетико идет в атаку. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Второй тайм игры между Барселоной и мадридским Атлетико начался, и пока что каталонцы обыгрывают своих соперников из Мадрида. У команды еще есть целый второй тайм на выяснение отношений. И с учетом того, что интрига в этом матче все еще сохраняется, этот тайм обещает быть очень интересным. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Сауль Ньегес. Фернандес Аренас. Атлетико атакует. Филиппе Луис. Пошел пас, можно обострять. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Это вратарю подарок. Мяч без проблем он забирает. Месси. Месси уже расширил представление о футбольных возможностях человека, но мы все равно продолжаем ждать от него чего-нибудь эдакого. И в ожиданиях обманываемся крайне редко. У Месси что не матч, то рекорд. Что не игра, то чудо-гол. Возможно, и сегодня нас ждет нечто феноменальное. Сауль. Штанга! Пошли последние полчаса игры. Витоло.